Аграрно-технологический колледж Карачаево-Черкесии, расположенный в поселке Аркеншахалар, стал одним из лауреатов национального образовательного проекта. Это уже позволило обновить парк учреждения несколькими единицами современной сельскохозяйственной техники. Подробности в репортаже Артура Махце. Эти три трактора прибыли в Карачаево-Черкесию как часть реализации федеральной образовательной программы. Республиканский аграрно-технологический колледж в поселке Аркеншахар стал одним из трех победителей всероссийского грантового проекта «Молодые профессионалы» и получил субсидию, позволившую обновить собственный парк сельхозтехники. Нашему колледжу удалось на уровне Российской Федерации из 3600 колледжей стать победителем и обладателем гранта на оснащение учебно-материальной базы. Сегодня мы по итогам данного гранта получаем первый транш. Сегодня нам поступила новая сельскохозяйственная техника. Алексей – студент колледжа. Можно сказать, что его руками среднепрофессиональному учреждению образования Карачаево-Черкесии удалось добиться столь высокого результата. Разумеется, при огромной поддержке педагогического коллектива, который воспитывает молодых профессионалов. Большое спасибо всем преподавателям. Благодаря им я и выиграл чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы». По мнению представителя республиканского Минобра, победа колледжа в национальном проекте образования позволит создать лучшие условия для подготовки в стенах учреждения специалистов для сельхозпредприятий. Создание мастерских – это часть большой работы, которая сегодня проводится в среднем профессиональном образовании и направлена на подготовку специалистов высокого качества, профессионалов высокого уровня. И создание современных мастерских и мастерские современные – это, наверное, вот та практическая площадка, где будут проходить обучение студенты в соответствии с мировым уровнем. Победа победой, но куда важнее, что у студентов колледжа появилась возможность задействовать в образовательном процессе самое современное оборудование. Замена устаревшей техники на новую и практические занятия с ее применением – своего рода подарок всем воспитанникам учреждения, которые в будущем планируют связать свою профессиональную деятельность с сельским хозяйством. Артур Мыхце, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.